ребята, всем привет, всем доброе утро. Я еще не выложил новое видео, предыдущий влог я уже начал записывать следующий, так я немножко подержу камеру, вот у нас идет ветер, решил начать влог на улице, но у нас так холодно. Просто вообще такой неприятный ветер, я вышел в футболке и шортах, прям сижу, мне прям вообще холодно. Вот, на часах у нас сейчас где-то 11:30, я проснулся сегодня в 10, встал, работал, и вот сейчас вышел на улицу, чтобы открыть теплицы. Кошмар, вообще холодрыга. Вот, короче, пошел открывать теплицы, на ночь их закрывали сегодня, потому что, говорю, ночью было прям вообще холодно, сегодня вроде до 20 градусов где-то. Ладно, все, пошел быстрее, открою домой. Ребята, если же завтракать, не завтрак, у меня тут такие вот тосты, а хлеб я поджарил, сверху это творожный сыр, огурец и соль. Вот, все, вот и кушать, всем приятного аппетита. Так, ребята, я сейчас вышел на улицу, мы готовим обед, у нас уже время такое обеденное. Я посидел, поработал за компьютером и сейчас начали готовить кушать, хотим приготовить овощную рагу. Мы же поставили делать картошечку на сковородке, водичкой залили и начали ее тушить. Кабачки я уже сорвал, сейчас вам покажу. Баклажан сорвал. И вот сейчас перец еще сорву. И пойдем. Так, перец. Он какой хорошенький, этот сорвем. Давайте этот. Опа, он какой хорошенький перчик. Скоро будут они уже краснеть, наверное. Но пока их не срываем, ждем, пока они до конца покраснеют. Вот, так. Идем домой. Там нас ждет баклажанчик и кабачок. Сейчас покажу вам. Кабачки большие мы съели, которые у нас выросли. Сорвал такие маленькие, как цукини. Но они тоже вкусные, они такие, знаете, такие прям. Нежная, прикольная. Так, опа. Держим. Так. Сейчас покажу кабачок. Картошку я уже поставил. Кабачки. Вот такие вот маленькие, видите? Хорошенькие цукини. И баклажан такой вот небольшой сорвал. И сейчас перед еще помою, все это нарежу, сейчас картошка немножко отварится, и уже буду добавлять кабачок, баклажан и перец. Все, ребят, смотрите, такой вот овощная рагу у меня получилось, так что сейчас буду кушать, всем приятного аппетита. Ребят, сейчас тут катаемся, приехали в такое красивое место, у нас на горе есть, тут очень классно, мостик здесь такой, я уже сюда приезжал на велосипеде, и в прошлом году мы здесь с друзьями были. Такое классное место. Здесь, кстати, не особо глубоко. Вроде как до шеи примерно. Вот. Ну, короче, смотрите, красиво. Тут такой вид. Там вот кто-то на лодке плавает. Красота. Вот. Вид супер просто. Вот еще ребята здесь остановились. Тоже вон как с горы ехать. Улица. Такая. И здесь такой шикарный вид открывается. Вон там вон девичий камень видно. Вон этот вот на воде. Красиво.
Вот это что обычно тут с друзьями иногда гуляем. Или так я тут на велосипеде последний раз катался. Но дисканер, правда, тогда был. Вот. Ну, здесь прям красиво. Там внизу дорожка. И это получается у нас идет дорожка к Латинке. Вот этот храм, башня. А мой, кстати, это Урфу, мой филиал Урфу. Ну, короче, смотрите. Красота здесь, конечно, очень красиво. Открывается классный вид на город, точнее на его часть. Ну, короче, виды вообще супер. Вот, смотрите, солнышко сейчас уходит уже немножко. И вот так вот красиво. Красота. Ну, вот, смотрите, с этого ракурса очень хорошо видно, что наша башня немецкая, она наклонная. Ее наклон тут хорошо так видно. Так, ребят, смотрите, сейчас довариваю варенье. Это у меня варенье из малины. Вот, малина оставалась. Думаю, надо доварить все-таки это варенье. Взял баночки. Банки у меня после посудомойки, так что дезинфицировать я их не буду, потому что они обрабатываются при высокой температуре, так что они очень чистые. Все, что я сейчас сделаю, это залью крышечки кипятком, дезинфицирую их еще раз. Вот. И основное у меня уже закипает, это я его, получается, второй раз кипячу и буду разливать по баночку. Ну, в эти две банки как раз ровно должно войти. Да. Так что все, уже потом покажу, сколько у меня баночек получится. Я же, кстати, хочу сообщить такую очень хорошую новость. Наш шиншилла Тоша наш умер вчера. Вот, видно, ночью он просто заснул и не проснулся. Вот, на утро мы потому что спускаемся, смотрим, а еда вообще никак не тронута, и он так, видно, не выходил. И, короче, я так посмотрел, он там умер, и вот. Так что вчера мы его съездили, закопали. Клеточку убрали, все прибрали. И вот я принес здесь у него яблочки остались. Ну, сушеные просто стояли, так что это у меня пойдет Гришке. Буду давать эти яблоки, потому что они, в принципе, хорошие, ничего такого тут нет. Вот это я сейчас помою. Будем с посудомойки запустить. Ну ладно. Следующий заход тогда пойдет. И здесь он в кастрюльке отмачивается от каши. В общем-то, да. То, что у нас уже был, ну, такого, знаете, предпенсионного возраста, даже, наверное, такого пенсионного возраста, и он болел, ну, у него эти были припадки, вот, то есть он бывает упадет и так дрыгается, вот, ну, короче, вот умер он, главное, что спокойненько, видно, он просто заснул и все, потому что за день до этого он все нормально бегал, кушал, вот. Ну все, ребята, вот такие вот две баночки, ровно варенье у меня получилось. Вот прям вот не больше, не меньше. Так что все, теперь у нас еще две банки варенья. Вроде у нас одна уже есть, или две, не помню. Все, ребята, я буду заканчивать это видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на мой канал. Обязательно поставь большой палец вверх и написать комментарий. Всем пока-пока.